Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы будем монтировать контейнерную площадку 6-метровую. Приехали на объект. Такая площадочка подготовленная, асфальтовая. Разгрузились, распаковались. Будем начинать монтаж. Обо всем подробнее далее. Продолжаем собирать контейнерную площадку. Собрали полностью каркас, обшили боковые стены и перегородку, заранее обшили профистом, прикрутили все на прогоны, наживили проф лист, вернее, прикрутили, наживили поликарбонат, прикрутили уголок. Сейчас будем ставить, продолжать все дальше делать. Обшивать заднюю стенку. Поликарбонат. Очередной шедевр. Шедевр от Уральской усадьбы. Навес для мусора и крупногабаритного. То есть получается вот это вот отсек 1,5 на 1,5 под КГМ. КГМ — это крупногабаритный мусор. И под 3 бака. 1, 2, 3. По 1100 литров на колесиках. Видите, такую шикарную площадочку подготовили, сделали. С отбойничками. Вот ровненько, все красиво. Такая. Сейчас ребята уже обшили. Значит, основание, каркас из оцинкованной трубы. Плюс покраска 704. В цвет начали мы красить уже давно. Профлиста, то есть внутренняя сторона листа, чтобы было одинаково. То есть идет грунтованная сторона профлиста 74, мы красим ее каркас такой же. Это опорные столбы 40, опираются на которые арки, и все будет прокручиваться, они уже прокручены. Собирается все очень просто, очень много по регионам у нас берут, потому что это разборные состоят из полуарки, столба и прогона. И торцов. Все. Собирается все легко. С помощью вот саморезов. Да. Кровельный цвет 704. Покраска полимерно-порцовая. Ну и цвет поликарбоната и цвет профлиста выбирает. Здесь сейчас делается окамление. То есть идет, видите, как положим перфолента с торцевым профилем. Здесь будет еще уголок. Здесь будет уголок обрамляться. Вот они лежат, уголки. И здесь уголок будет. Крепится с помощью шайб. Вот у нас идет Денис, их делает, да? Что я вам расскажу? Расскажи. У нас самые классные контейнерные площадки. Это? Угу. Это сказал главный сварщик. Всех сварщиков. Это Михан ходит, как обычно, задом светит. А, Михан? Крепление, смотрите, сейчас будет просверливаться отверстие, буриться в это асфальт. В асфальте не держится ни один анкер, поэтому приходится забивать по две арматурины, их обваривать и подкрашивать. Отверстие, Миша, рассверливает под арматуру, да, Миша? Да. Под арматуру. Потому что если под анкер, там мне на около бетонной площадки не надо ничего рассверливать. Стандартное отверстие, они на производстве просто. Это дополнительно, Миша, да, сверлится? Дополнительно. Это дополнительно, когда на асфальт устанавливаем, делаем второе отверстие. Потом перфоратор длинный с рулем, арматура забивается на косую и обваривается. Не то, что вся
всякие мертвые площадки за бюджетные деньги, которые делают страшные. Приходите, заказывайте, звоните, пишите, расскажем, поможем, покажем. Закончили монтаж контейнерной площадки. Контейнерная площадка изготовлена из профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Столбики 40 на 40. Габариты контейнерной площадки в ширину, в глубину она 1,5 метра, в высоту 2,40. В длину 6 метров. Шаг у нее 1,5 метра. То есть здесь отдельно идет секция КВМ для габаритного мусора и под 3 бака. Окрас серого цвета по каталогу РАУ 7004. Зеленый поликарбонат, зеленый профлист обшитый сзади перегородки стенки. Установлено на асфальтное основание. Забурена арматура и привалена. Сварка закрашена цвет. Все качественно, надежно и красиво. Уголочек обрамления 25 на 25. Все четко, красиво и надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!